А льготы по имущественным налогам имеют 10 категорий граждан. Среди них ветераны, инвалиды, пенсионеры и предпенсионеры, многодетные семьи. Государство предусмотрело льготы по земельному налогу, транспортному и налогу на недвижимость. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида и неиспользуемая в предпринимательской деятельности. Предположим, в распоряжении льготника есть квартира и дом. Льгота будет предоставлена только в отношении одного объекта недвижимости. Жители Сергиево-Посадского округа коснутся изменений по налогам на землю и имущество. За 2020 год воспользоваться 50% льготой смогут малоимущие и 100% льготой малоимущие и многодетные. Подтвердить статус малоимущего необходимо справкой из соцзащиты. Для всех остальных категорий льготников предусмотрена только федеральная льгота за 6 соток. То есть, если площадь земельного участка составляет не более 600 квадратных метров, земельный налог взиматься не будет, а если площадь земельного участка превышает 600 квадратных метров, земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».